Тик маленький. Так, ребятки, берем мозг вот этот и бросаем сюда. Убегаем, убегаем, убегаем. Так, меняем оружие и стреляем. Ага, вот он, ребятки, хотел убежать от нас, но не смог. Ха-ха-ха-ха-ха. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки. С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в Зомби Кэтчерс или Охотники на зомби. Так, ребятки, ну что ж, погнали, ловцы зомби. Так, ребятки, наши задачи такие. Улучшить соковыжималку. Зомби-выжималку мы уже улучшили. Улучшить зомби-выжималку новую. Это шашлык какой-то там на палочке. Вот он, ребятки, шашлык-машлык. Давайте, собственно, с вами улучшим ее до полного импульса, как это требует, ребятки, от нас игра. Так, и что у нас здесь? А у нас нету... Нет, у нас ананасовых зомби. Так, нам нужен для их работы... Ананасовый и арбузный зомби. Так, идем выше, выше, выше. Там мы улучшили, ребятки. Ну все, в принципе, нам осталось продать чего-нибудь на 1000, ребяточки. Так что давайте, собственно, займемся продажей. Так, арбузовые зомби сюда. Банановые зомби сюда. Так, все, ребяточки, производство вроде бы пошло. Вроде бы пошло. Так, здесь мы не можем ничего сделать. Вот здесь мы можем вроде бы вот так вот. Вот этих самых простых, ребятки, давайте сейчас накрутим. До 1000. И все будет круто. Так, кого еще? Так, здесь охота на босса нам предлагается. Здесь банановые. Вот здесь арбузные. Отлично, ребятки, все. Пошло качаться у нас наше продовольство. И давайте с вами перейдем в игру, поиграем, посмотрим, что там, и словим каких-то пару зомбиков. Потому что машины говорят мне, что зомби пойман, ребятки. Давайте купим все, что нам нужно, и поехали. Так. Хочу вам напомнить, ребятки, что мы играем маленьким дьяволенком, так что для успешной игры, ребятки, нам понадобится только везение и ничего более. Так, погнали, 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 бям-бям-бям-бям-бям-бям-бям. Я вот такой вот маленький чувачок, посмотрите на меня, я чертик маленький. Так, ребятки, берем мозг вот этот и бросаем сюда. Убегаем, убегаем, убегаем. Так, меняем оружие и стреляем. Ага, вот он, ребятки, хотел убежать от нас, но не смог. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, следующий, поехал. Вот сюда, вот. Ой, вот этот зомби мне нужен. Ой-ой-ой, там гранату бросил меня, ребята. Он бросил меня, а, динамит. Динамит, я думал, то граната, то оказался динамит. Вы видели, ребятки, он меня его бросил. Так, давайте убегать. И теперь вот так вот, ага. Ой-ой-ой, один только попался. Давай быстрее, Юра. Вот так вот, отлично, ребятки. Перед самым входом в лес, дорогие друзья, мы его с вами поймали. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ученик сталкера. Я набрал 11 тысяч очков уже. И вот сколько я зомби, ребяточки, поймал. Давайте, собственно, с вами продолжим охоту и посмотрим, что нас ждет дальше. Так, ребятки, найти зомбиков прямо сейчас нажимаем, конечно же, давай, давай, давай. Так, ребятки, у нас дьявол был, да, давайте. Не куплена шапка. Надо купить какие-то новые, ребятки, снаряжения. Экипировка. Давайте к козленкам побегаем, вот, козел. Все, пошли. Маленький козлик вышел на охоту, ребят. Давайте, собственно, проверим его силы. Сможет ли он кого-то поймать сегодня. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Я король зомби. Так, давайте уничтожим крабика вот этого, который здесь нам будет сейчас только мешаться. Так, теперь нам нужно сделать следующее. Нам нужно поменять оружие. Бросаем мозг, ребятки, и прячемся сюда. Теперь просто... Ого, вы видели, мы нового зомби поймали с плутонием, который слушал музыку. Ха-ха. Он слушает музыку, ребятки. Этот зомби сильно крутой, и он слушает крутую музыку. Оу, всех... Ой-ой-ой, меня подорвали на динамите, ребят. И забрали у меня кучу монет, естественно. Но мы, как вы знаете, ребятки, провокации не подаемся. И следующий, следуем дальше.
Так, ребятки, продолжаем нашу замечательную охоту. Поехали. Посмотрим, что нас ждет дальше. Так, ребятки, давайте сейчас после этого посетим магазин и купим себе какую-то новую одежку. Давно мы уже с вами одежку, ребяточки, не покупали. Давайте убьем крабика, чтобы нам не мешал. Давай, баранья голова, беги, беги. Вот так вот, отлично, он даже динамит не успел свой выкинуть. Так, арбузового зомби надо догнать, ребятки. Вот так вот, отлично. Ой-ой-ой, динамит, динамит, динамит. Ой-ой-ой, я подорвался, ребята. Отличненько, все-таки мы сумели его поймать. Я думал, что мы его уже не поймаем. И тут последний арбузовый зомби. Отличненько, ребятки, это просто круто. Мы просто короли зомби, ребятки. Мы ловим всех подряд, кого надо и кого не надо. И это просто, ребятки, замечательно. Пык-пык-пык-пык-пык-пык. Все, отличненько, ребятки, давайте перейдем в кафе. Посмотрим, что там творится. А также, ребятки, зайдем сейчас в магазин и купим какое-то новое. Так, давайте купим новую одежку сразу. Так, я хочу купить, ребята, знаете кого? Курицу вот такую. Все, ребятки, мы купили костюм курицы, костюм цыпленка. Так, давайте, наверное, еще здесь включим. Пускай все продаются, чтобы получить новый уровень. Ага, этих у меня уже нету, и этих нету, да? А какие у меня есть зомби, ребят? Ананасовые есть. Вот эти есть, да? Банановые есть зомби у меня? Давайте посмотрим. И арбузные зомби есть. Давайте продадим всего на 1000, по-моему, монет. На 1000 монет, чтобы у нас было хоть что-то. Так, все идет пока. Ага, вот этих еще. А, нет, все. Ананасовых зомби уже у нас нету. У нас еще есть немножко арбузных зомби, ребятки. А простых зомби, ребятки, нету. Вот тут вот где-то простые зомби должны быть. Что это? Ребята, охота на босса. Замечен зомби-босс. Ну что ж, давайте его словим. Мы же короли зомби, ребятки. Мы же с вами короли зомби. Давайте, собственно, его поймаем. Ага, вот он, ребята. Вот он, вижу, вижу. Целься, готовься, вперед, ух. Да что ж такое, не могу прицелиться никак. Отлично. Один раз попали. Да что ж такое. Опа, второй раз свинье в попу попали. Ой, третий раз тоже свинье в попу попали, ребята. Свинья быстрее только бежать начала. Второй раз попали в него, отлично. Давай еще немножко. И убежал он от нас, но его еще надо два раза, ребятки, дернуть. И мы тогда его сможем догнать. Не сумели его догнать за первый раз. Давайте продолжим охоту. 10 плутониев стоит, чтобы продолжить охоту. Давайте, собственно, это с вами и сделаем. Да, один пошел. Эу, да что ж такое-то? Надо выше поднять прицел. Надо догнать сначала. Давай, 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 догоняй, догоняй, догоняй. Сейчас я скажу, когда стрелять. Да что же он так далеко убегает-то? О, один есть. Отличненько, дорогие друзья. И мы его все-таки на втором, со второго раза, ребятки, на втором уровне, мы его все-таки, ребяточки, поймали. И это просто, ребятки, круто. Так, ну что ж, ребят, давайте перейдем с вами теперь в кафе и посмотрим, что, чего мы добились с помощью этого зомбика. Что мы сделали. Так, ребята, ну, у нас надо на 821 продать. У нас с одного зомби-босса может выжиматься, ребятки, то, что мы хотим. Смотрите. Так, ребятки, давайте еще арбузовых зомби у нас много. Давайте из арбузовых, из банановых зомби еще немножко повыживаем, выжимаем сок. И посмотрим,
Сможем ли мы открыть новый уровень, ребятки? Так, можно пойти в магазин, ребятки. Так, дроны у меня все есть. Давайте еще что-то посмотрим. Зомбовыжималки. Давайте улучшим все зомбовыжималки, которые у нас есть. Так, отличненько, ребятки, мы с вами продали, все задачи выполнили и получили новый уровень. И это просто, ребятки, круто. Мы получали новый продукт, какой-то рак, ребята, зомби, рак, раковый зомби, ребята. Раковый зомби, вы представляете, я еще такого, ребяточки, не видел. Продать раковых зомби на 10 мне нужно и продать, ребятки, пирожных фиолетовых на 45. Так, фиолетового зомби я могу, ребятки, только получить... С помощью охоты на босса. Давайте с вами охоту на босса произведем, чтобы получить вот такую вот смесь. И посмотрим, ребятки, что нас здесь ждет. Так, здесь, как всегда, я так понял, босс будет. Ух-ха-ха. Поехали, поехали, поехали. Отлично. Первый раз есть. Первый удар есть. Второй удар мимо. Третий. Мимо. Да что ж такое, а? Отлично. Есть. Отлично. Еще один раз. Куда ж ты так далеко убегаешь-то? Вот. А, свинье в задницу попали. Она начала быстрее бежать, ребят. Давайте быстрее вот так вот. Ай-яй-яй, еще. Чуть-чуть. Не успели, ребятки, с первого раза поймать его, конечно же, но не стоит расстраиваться. Давайте с вами купим за 10 плутониев еще одну попыточку. И со второй попыточки мы с вами, ребяточки, обязательно, я думаю, пройдем это. Давай, 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 давай. Один раз осталось в него попасть. Если бы дальше летела моя... Гарпун мой, было бы намного веселее. Отличненько, ребятки, мы с вами поймали зомбика на полпути. И это круто, 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 круто. Так, так, так. Все, давайте перейдем в кафе, собственно, и поставим его на зомби-выжималку. Фиолетовую вот эту, где она тут была. Вот, вот сюда, вот, вот, вот. Пирожные нам здесь, вот тут как-то тут вот, нужны нам, да. Так, все, пирожные, ребяточки, продаются. А мне нужно идти ловить, ребяточки, зомби-раков. Пойдем ловить зомби-раков. Где только их искать, я не знаю. Наверное, на новых полях здесь есть зомби-раки, ребятки. Костюм цыпленка мы купили. Давайте с вами посмотрим, собственно, на него. Потому что я еще его не видел. Ребята, посмотрите, я цыпленок. Прикольный костюмчик у меня. Так, давайте убьем рака. О, раковый зомби, ребятки. Поменять оружие. Да что ж, я не могу... Ребятки, раковый зомби, он убежал от меня, не может быть. Я до последнего надеялся его поймать в этом уровне, но он сбежал от меня. Так, ребяточки, динамит бросил в меня. О, шестерня, отлично. Так, давайте убьем этих всех. Все, ребятки, последний зомбик тоже убежал, раковый, наверное, был. Так, ребятки, ракового зомби мы здесь не поймали. Давайте продолжим охоту. Раковый зомби от нас сбежал. Так, давайте, ребятки, на этот раз его не пропустим. Давайте сразу поменяем оружие. Потому что если бы мы сразу взяли, ребятки, сети, то мы бы сразу его поймали. А так получается, у нас гарпун, и мы ничего не смогли сделать. Ребятки. Да что ж такое? Это динамитом опять меня взорвало. Все, отлично. Поймали мы всех, кого нужно. О, вон раковый зомби. Опять он начал убегать, ребятки. Он что, летать умеет? Откуда он?
Отлично, ребята, ха-ха. Поймали мы ракового зомби, ребятки, круто. Все, раковые зомби, ребятки, у нас есть. А вон еще мне показывает карта, что два зомбика загулялись. Догонять, бегом. Ой-ой-ой, меня, ребяточки, просто-напросто уничтожили. Ладно, ребятки, не сумели мы поймать последних двоих, но ничего, сейчас мы это, ребяточки, с легкостью сделаем. Все будет нормально. Так, ну что же, дорогие друзья, продолжаем нашу охоту или идем в кафе. Давайте пойдем в кафе, наверное, и посмотрим. Мы поймали одного зомби ракового. Что мы с ним сможем сделать? Так, давайте, наверное, раковую выжималку купим. Вот она, ребятки. Все, ребятки, зомби-рак у нас есть. Так. Все, отличненько. Теперь давайте вставим туда. Ага, нам нужно два зомби-рака. И второй зомби-рак, ребятки, сейчас мы найдем его на новой локации. Вот здесь вот. Я так думаю, что здесь он опять будет. Потому что если его не будет, ребятки, это будет плохо. Так, ребятки, у меня остался один. Один предохранитель. Если тут будет зомбирак, я его не поймаю. Да что ж такое? У меня для зомбирака отдельная, ребятки, история. Вон зомбирак! Нет, нет, ребятки, это не зомбирак. Нет, зомбирака здесь и нету на этой локации, ребят. Зомбирака на этой локации нету. Давайте переиграем. А почему же здесь они не положили мне для меня зомбирака? Я даже не знаю. Раковые зомби, ребятки, мне нужен обязательно. Погнали! Так, 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 так. Ну что ж, где они у нас, ребяточки, раковые зомби, которые мне так нужны? Здесь будут раковые зомби? Да, вон он! На! Отлично, мы поймали ракового зомби, который мне так нужен, ребятки. Это просто, ребятки, замечательно. Так, этот тоже нужен мне, конечно же. Не успел он свой динамит, ребяточки, у меня бросить. Так, давай. Вот сюда. Вот так вот теперь, вот так вот всех давай соберем здесь в купу. И все будет круто. А, там еще один последний, ребят. Вот все, и последний тоже с ними. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли этот уровень, и мы поймали ракового зомби. И мы сейчас перейдем на новый уровень. Так, все отличненько. Давайте теперь перейдем, ребяточки, в кафе и посмотрим, кто нас здесь ждет. В этом кафе. Так, давайте опустимся вниз. Давайте вниз. И вот сюда поставим зомби. Давайте нажмем на ускоритель, наверное, еще. Вот, и продадим быстренько все товары, ребяточки. 10 товаров все продадим, чтобы перейти на новый уровень. Раковые коктейли. Посмотрите, ребятки, как нравится покупателям соки из рака. Не правда ли круто? Все, дорогие друзья, отличненько, мы с вами перешли на новый уровень, но играть мы уже будем с вами в следующий раз. Это улучшить раковый коктейль и плутоний. Так, отличненько, дорогие друзья, и продать товаров банановые пирожные на 180, отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья, а этот выпуск на канале Вечное Детство подходит к концу. С вами был, как всегда, Юра, ребята. Подписывайтесь на мой канал Вечное Детство, ставьте пальчики вверх, комментируйте мои видосики, смотрите много моих других видео, ребяточки. Пока-пока в следующих сериях.